Друзья, здравствуйте. И снова я, наверное, опять со своими вандами. Ну, это, наверное, потому что сезон цветения. Сейчас эта ванда называется Ванда Роберт Лайт Блэк. Это моя самая первая ванда. Была куплена 5 лет назад. И цветет она каждый год. У нее очень темный, плотный цветок. Цветет она месяца 2. Растение уже достаточно крупное. Ну, относительно других ванд, оно не сильно крупное. Посажено оно у меня в корзинку. Там и кора, и пробки от бутылок. Чего только там нету. Ну, чувствует она себя неплохо. Стволик оголенный, потому что она уже достаточно старенькая. Видно, что цвела она буквально с каждой пазухи листьев. Вот целая куча цветоносов. И цветет снова. Я считаю, что очень интересный сорт, который вывели. Дает она 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас 6 цветков. Немножко засушила. Но должно было быть 8 цветочков. У меня есть еще штучек 6 ванд. Я, кстати, покупала ее ровно в таком же размере, как эти ванды. Этого же сорта, от этого же поставщика. Поэтому, если кто хочет, пожалуйста, обращайтесь. Их много. Обычно эта ванда цветет зимой. Чаще всего в январе. Ну, так как она переехала в теплицу, теперь она цветет в 2 раза чаще. Что, наверное, меня не сильно радует. Потому как истощает растение. Ну, я думаю, что ей достаточно цвести 1 раз в год, 2 месяца подержать цветочки. Сейчас посмотрим у нее с другой стороны. Тут куча цветоносов. А и главное, что бы я хотела отметить по вандам, не срезайте цветоносы, когда вот только начинают опадать цветы. Пусть цветоносы вот полностью высохнут, просто палки сухие. Тогда вы можете обрезать. Потому как цветонос, когда зеленый, если вы его обрежете, может попасть инфекция и начать гниль стволовая у ванды. Это большая проблема, из-за которой просто можно потерять ванду. 90% случаев она не вылечивается. Ну, хотелось добавить по уходу ванды. Поливаю я ее замачиванием в корзинку. Я ставлю, окунаю ее в тазик. Наливаю где-то так вот водички. И полчаса пусть она стоит. Дальше я вытаскиваю, вешаю на место. Ванны, которые содержу в горшках, полив немного другой. Чувствует она себя хорошо, такой крупной коре. Поливаю я их проливом. Раз, сейчас зимой, раз в 3 дня. Летом через день. Просто пролили сверху. Желательно не попадать в пазухи листьев. Потому что в домашних условиях движение воздуха не очень хорошее. Просто проливом на кору пролили и поставили на место. Через дырочки вода вытекла. Замечательно. Вот, собственно, они вот так вот все сидят. Вандочки хорошо себя чувствуют. Ну, спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была вам полезна.